он крутой. Да все ты классная. Я просто имена не помню. Да? Денис? Я помню, я пошутил, Саша. Денис, как впечатление от сегодняшнего праздника? Мне понравилось. Я даже не ожидал такого. Что больше всего запомнилось? Да тут все запоминается сразу. Ну, это не так, как в школе. В школе там линейка и все. Все вместе, сразу со всеми познакомились. Уже как вторая семья. Да, здорово. Да. Что больше всего запомнилось вот из этой концертной программы? Наверное, танцы больше всего. Ну, понравились, как танцевали. А как себя видите через 5 лет? Вот сегодня всех задаю вопрос этот, потому что, ну, такие вот ощущения, да, чувства, это же первый раз, да? Да, да, да. Как себя представляете через 5 лет? Ой, не знаю, наверное, маркетолог. Какой-то компании. Так, вот так идем. Да, какой-то компании. А если еще со своими... Это вообще класс. Да? В одной компании 5 лет вместе поднялись все. А что вы сказали бы вы сегодня вот своим одноклассникам, с которыми вы, в принципе, же проучились, да, сколько, 10 лет, 11? 11. 11 лет, ну, смотря, да? Ну, там были и по 7 лет, ну, приходили, ну, в общем, 11. Я им сказал бы, ну, успехов, чтобы все они... добились того, чего они хотели. Каждый пошел по своей дороге, и каждый уже мы не вместе, уже каждый сам за себя, все входят в новый коллектив. Ну и надо привыкать друг к другу. А что пожелаете сегодняшним студентам, которые уже здесь учатся? Потому что вы же, в принципе, новое поколение, да, маркетологов. Да, да. Вот. Ну, они опытнее нас. И чтобы они помогали нам таким... Ну, помогали нам, они уже на опыте, получается, и тянули нас. Мы в следующем году будем кого-то другого тянуть. Будем встречать, да? Да, да, и так цепочка такая. С праздником, поздравляю. Спасибо. Поздравляю, ура! Ура! Спасибо за интервью. Конечно.